Теперь жители Одинцовского округа могут смотреть новости и программы о родном крае в высоком качестве изображения. С 1 июня телеканал ОТВ перешел с аналогового вещания на цифровое в формате Full HD. У нас произошла крупная, даже огромная смена оборудования. За это большое и огромное спасибо нашему главе Иванову Андрею Робертовичу, что столь тяжелое сейчас нынешнее время все-таки нашли возможность изыскать средства и купить это оборудование. Теперь мы вещаем в новом формате, в цифре, что может порадовать наших жителей. На подготовку к переходу ушло чуть более полугода. Монтаж оборудования, проверка и технические запуски заняли неделю. Установлена основа комплекса, на котором работают федеральные каналы. Обновлен вещательный тракт, заменен парк студийного съемочного оборудования. Теперь картинка из студии будет соответствовать современным реалиям и новому стандарту вещания телеканала. Ну, как и любой первый шаг, да, как ребенок, который только встает и делает первый шаг, это основное. Главное начать, дальше всегда можно развиваться. Но основное – это то, что мы смогли сейчас уже на первом этапе дать вам некие творческие инструменты, которые позволят качественно повысить уровень вещания вашего телеканала. Это первая модернизация за 20 лет существования Одинцовского телевидения. Но останавливаться на достигнутом руководство не собирается. Нужно дальше вторым этапом модернизировать студию, где проходят все съемки программ, устанавливать новый свет, строить фермы, закупать камеры ТЖК. Конечно же, это модернизация монтажной аппаратной, это модернизация звуковой аппаратной. Этапов много, но дорогу осилит идущий. Дать старт переходу на цифровое вещание, поздравить коллектив Одинцовского информационного центра с этим важным для телеканала ОТВ событием и разрезать символичную красную ленточку приехал заместитель главы муниципалитета Роман Неретин. Поздравляю вас. Больше креатива, больше хороших материалов. И я думаю, что все будут довольны. И меньше фильмов, нового контента. Я считаю, что все возможности есть для того, чтобы создавать самим. Поэтому ждем от вас креатива, передач. Давайте. Мы будем оправдывать ваши надежды. Модернизация поможет реализовать большой творческий потенциал команды ОТВ. И сотрудники телеканала уже работают над новыми проектами, чтобы каждый зритель нашел для себя то, что ему интересно. Наталья Гончарова, Николай Бирюков, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».